вами верили, вместе любили и пели, вместе дороги мерили, часто подвой метели. Вместе дороги мерили, часто подвой метели. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели. Вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе стояли прямо мы, слыша угрозы злые. Сегодня 18 июня у нас. И, как говорят в природе, нет плохой погоды. Наша погода, она еще связана с тем, что лед на реке не ушел, хотя для нас это небывалое явление. На Ямале обычно в июне уже зелено. Но, тем не менее, завтра у нас будет крещение, если Господь позволит. Вот на этой реке Йоркута будет завтра крещение. Чисты пред миром были, были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Дорогой солнечный, светлой придем и песней, там, где нет слезы, горечи, вечно мы будем вместе, там, где нет слезы, горечи, вечно мы будем вместе. Быть Богу близко, держись сердце высоко. А головку близко. Вместе мы с вами верили, вместе любили и пели, вместе дороги мерили, часто под вой метели. Вместе дороги мерили, часто под вой метели. Послушным быть, Слово Божие говорит. Все дети слушаться должны родителей своих во всем. Надо добрым быть и послушным быть, Слово Божие говорит. Друзья, мы сейчас находимся в тундре на одном из стойбищ Альфа-Года. Вот, нам посчастливилось быть соучастниками служения Иисуса Христа. Бог тогда сказал, что вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями даже до края земли. Ямал приходится край земли, и вот мы находимся как раз-таки в этом месте,
где совершается это значимое служение, и мы, ну, в какой-то степени прикоснулись к этому служению, потому что оно совершается давным-давно, уже больше 30 лет, и мы сейчас с группой из молодежи, из Ставрополя совершали это служение, и наше служение подходит к концу. Вот, мы видели и множество благословений в поездке, и даже стали участниками крещения, когда две души вступили в завет с Господом из местного народа. И для нас это, ну, было огромной честью, что мы прикоснулись к этому служению.